Наградили за спасение. Сегодня в ВЛГУ прошло торжественное награждение студента, который спас из-подо льда двух рыбаков. Напомним, спасательная операция была 2 недели назад. Тогда Алексей увидел на судушке в воде двоих мужчин. Они занимались подледным ловом рыбы около запрещающего аншлага. В результате лед их не выдержал. Алексей вызвал МЧС и сам бросился на помощь. Одного рыбака ему удалось вытащить с помощью веревки. Второго уже вызволили приехавшие спасатели. Безусловно, он поступил правильно. Если бы он поступил неправильно, он бы оказался в полынье. И тогда уже спасать, если бы успели спасатели, уже надо было ни одного, ни двух человек. А сами мы понимаем, что гораздо больше. Значит, вопросы подготовки населения, которые пропагандируем, организовываем мы с вами все вместе, значит, выполняются на должном уровне. Человек знал, как правильно действовать. Кстати, на берегу находилось еще около десятка очевидцев, но никто не попытался помочь. Рыбаки, которым парень спас жизнь, так и не связались с героем. Зато смелость молодого человека отметили сотрудники МЧС и преподаватели вуза. Кроме грамот, студент получил планшет и жесткий диск. Сам Алексей Чеглов в своем поступке ничего героического не видит. В тот момент я поступал так, как пришлось, потому что не было времени размышлять, правильно это, неправильно. Я, наверное, не считаю себя героем, потому что думаю, то, что каждый бы поступил так на моем месте, так же. Вот. Но это все зависит от человека, рано либо и поздно, он бы все равно собрался с силами и пошел бы помогать.